Так, это у нас луна, а ловим мы МКС. Вот он летит, наш красавчик. Давай мимо звезды посмотрим, как он пролетит. Вон он. Шпарит. Ну, он все выше, ближе к зениту, и все тяжелее держать его в кадре. 27 тысяч километров в час шпарит наш золотой. Да, ну когда над тобой это практически невозможно. Но зато намного четче его видно. Уменьшаю выдержку. Вот наша птичка. Ну что-то такое, да? Прямо надо мной летит красавица. И красавица. Это уже потом. Я не знаю, может, на стоп-кадрах. Все, сейчас прямо надо мной летит, я даже не могу так вывернуть камеру на штативе. Куда ж ты делся?
Никак. Ну, что-то, по-моему, получалось. По крайней мере, мне так показалось. Это он уже мутненький за облачками. Уже низко над горизонтом. Хорошо. Сейчас найдемся на Луну. Чтобы хоть что-то не дрожало в кадре. Она тоже уже над самой землей. Ну, резкость бесполезно тут наводить, потому как уже просто дымка над землей мешает. Очень низко над горизонтом, буквально угловой градус на горизонте осталось. Да, старлинки пролетали, но слишком еще светло. Не получилось у меня их зафиксировать, увидеть. Так, хорошо. 18 сентября 2023 года.